Ранние осенние заморозки побили виноград. Часто вы пишете нам сегодня об этом. Здравствуйте, уважаемые любители винограда. Пришла осень, и вместе с осенью пришли заморозки, ранние. В принципе, сейчас они не должны быть. Сейчас у нас сентябрь месяц, середина сентября. В принципе, в это время морозов не должно быть, но это аномалия. Что делать? Вы присылаете фотографии, видео, смайлики часто со слезами. Я вас понимаю, мне очень жаль. Сегодняшняя тема по многочисленным просьбам посвящена вам, у кого пострадал виноградник. В коротком ролике постараемся ответить, что делать. Если пострадали молодые кустики, как сейчас вы видите на экране, ну, пожалуйста, в любом случае, первое, не расстраивайтесь сильно. Да, это неприятно, но, пожалуйста, не переживайте. Не это самое главное в жизни. Вы можете взять секатор и молодой саженец укоротить. То, что пожухло, то есть все зеленое, можете вырезать. Но оставьте сейчас пока сантиметров 20-30. Примерно оставьте, даже если листики пожухшие. В любом случае, от земли первые несколько почек, они должны уже быть вызревшие. Будем на это надеяться. Посмотрите, они у вас коричневого цвета или зеленого? Если они уже коричневые, значит, они вызрели. Значит, не все потеряно. Когда наступит уже настоящая осень, перед заморозками, вы возьмете секатор, отчитаете 3-4 почки и все лишнее обрежете. Возьмете пластиковую бутылку, оденете сверху и присыпите землей. Горочку сделайте. И так вы законсервируете ваш саженец на зиму. Будем надеяться, что весной все проснется. Это что касается молодых саженцев. А как быть со взрослыми кустами? Те кусты, которые в этом году принесли вам урожай. Сейчас, наверное, вы смотрите на них, а побеги еще полузеленые или зеленые. Но здесь тоже, пожалуйста, не расстраивайтесь. Выход есть. Если вы раньше применяли длинную обрезку, то есть на плодоношение оставляли длинный рукав, ну, примерно около метра, а после этого рукава около метра плодовая стрелка. Вот вы оставляли длинную плодовую стрелку, но в этом году вам нужно изменить форму обрезки или поменять формировку. Здесь, в данном случае, вы можете на старом рукаве оставить короткие рожки, буквально 4-6 почек. И в следующем году будем надеяться, что оттуда пойдут у вас новые почки проснутся и будет урожай. Также в переписке вы задаете сейчас нам вопрос, что делать сейчас с этими листиками, которые пожухли, с побегами молодыми, зелеными, которые просто вымерзли. Ну, все, что вымерзло, все зеленое, можете взять секатор и сейчас вырезать. От них уже толку не будет. Чтобы лоза зрела, нужен живой лист. Вот такой вот. Живой лист. Он работает на фотосинтез. При помощи листа лоза будет зреть. Если этого листика нет, то лоза уже не будет зреть. Да, корневая система работает. В какой-то степени она будет давать питание, но полноценно лоза зреть уже не будет. Все, что, как я уже сказал, зеленое, без жалости берите и режьте. И еще, если в вашем регионе еще не были ранние осенние заморозки, как вы можете защитить ваши кусты? Ну, если они молодые, если они взрослые. Во-первых, виноградарь всегда должен смотреть на прогноз погоды. Может быть, на неделю, может быть, там на две недели. И постарайтесь каждый день смотреть на прогноз погоды. Если вы видите, что пограничная зона, плюс один, плюс три ставят, где плюс один, где плюс три, там может быть и минус. В этом случае, как минимум, вы можете защитить ваши молодые саженцы, однолетние, двухлетние. Их проще всего снять со шпалеры, положить на землю и прикрыть тканью. Не тканный материал, агротекс, агроспан, ну или что есть под рукой.
Как быть со взрослыми кустами? Здесь кто зажигает костры? Но в нашем регионе сейчас не стоит зажигать костры, потому что все-таки сухая трава еще есть, чтобы пожара не было. К этому я вас не призываю. Можно сделать дождеватели. Устанавливают дождеватели, включают их и путем опрыскивания сбивают мороз. Говорят, что помогает. Ну, мы еще не испытывали, но знаю, что наши коллеги некоторые так делают. В любом случае нужно искать какой-то выход. Но если мы начнем с 1 августа работать калийными удобрениями, к сегодняшнему дню лоза должна подходить уже полувызревшая или вызревшая. То есть какой-то процент лозы уже будем иметь вызревшей. Ну что, на этом будем заканчивать наши съемки. Как мы увидели, наша тема посвящена ранним осенним заморозкам, которые побили наш виноградник. Самое главное, пожалуйста, не расстраивайтесь, не опускайте руки. Понятно, это неприятно. Постарайтесь из сложившейся ситуации извлечь урок. Постарайтесь с вашей стороны все, что возможно, делать, прикладывать усилия. Вы любите виноград? Это здорово. Любить, вникать и прикладывать усилия. Если вы будете прикладывать усилия с 1 августа, то ранние осенние морозы или заморозки не застанут вас врасплох. Постарайтесь извлечь из этого урок. Если вы не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. Понравилось? Ставьте палец вверх. Желаем вам крепкого здоровья, вам и вашим родным и близким. Успехов!